говорить на тему здоровья. Я знаю, что она уже на протяжении нескольких месяцев употребляет продукты компании Биетик, а насколько заболевание у нее считается неизлечимым, это витилиго, и сами врачи говорят о том, что эта болезнь неизлечимая. Мы сейчас ее попытаем, имеет ли она какие-нибудь результаты по применению. Катя, расскажи, пожалуйста, как давно ты потребляешь продукт, как давно тебя мучает это заболевание, лечила ли ты его раньше, ну, в общем, вот, обо всем поподробнее. Да, хорошо, Надежда, спасибо. Угу. Продукт Олив-8 действительно произвел на меня большое впечатление, употребляю его 2 месяца. Мои пятна витилиго уменьшились практически в 2 раза, у меня есть фото-видео-отчет. Это на руках, локти, колени, стопы, даже есть на лице пятна. На лице получается косметика, тональная, да? Основа, да, это все тональная основа, которая корректирует. Да, конечно, я лечила разными средствами, мазями, пила ряску с болота собирала, пила чагу с деревьев тоже собирали, дробили, заваривали в термос, пила как чай на протяжении 1,5 года. Они стали чуть-чуть уменьшаться, но потом результата не было совсем. На протяжении нескольких лет я мучилась с этим заболеванием. Как говорят врачи, да, оно действительно неизлечимо, и оно же вас не беспокоит. Как оно меня может не беспокоить, когда я приехала жить в Краснодарский край, периодически бываю на морях, и от сильного солнца у меня пятна, ну, как бы горят, то есть щиплет и болят. То есть я не могу долго находиться на солнце, я мажусь защитными кремами, либо сижу под зонтиком, то есть все время прячусь от солнца, потому что сильно, ну, как бы еще соленая вода, она, видимо, добавляет вот это какой-то дискомфорт. Это некрасиво, да. Но, тем не менее, одежда, конечно, я могу прикрыть, да, некоторые части здесь тональной основой. Вроде бы никто ничего не замечает. А как давно? 9 лет уже. 9 лет? Больше 9, с 11 класса у меня это началось, но прям чуть-чуть на руках. Но говорят, это на нервной почве. Действительно, там экзамены, переживания различные, переезд, как раз вот я переехала в другой город, в большой город из села. Получается, как родила ребенка, дочку Настю, у меня появились, ну, начали появляться в больших размерах. Причем каждое лето они увеличиваются на определенное количество. И что, вот действительно начала принимать продукты, да. Как-то оно стало меньше заметно, они сокращаются? Они, во-первых, стали меньше видны, то есть они, получается, что как бы ближе к цвету кожи становятся. Во-вторых, появились веснушки, то есть на белых пятнышках, которые, ну, как бы на локтях тоже, тут появляются веснушки, прям их становится с каждым разом все больше и больше, и пятна убавляются. То есть я постоянно слежу за рисунком, рисунки меняются. Здорово. Вот. Это очень большой результат, я раньше не верила в это. На продукт меня приглашали уже в мае месяце, я сказала, не верила. Затем в июле, нет. Ну и наконец-то в августе я решила, давайте попробуем. То есть это был мой ответ, я решила попробовать. Ребят, всем рекомендую, если есть какие-то заболевания, не только... А еще какие-то результаты? Меня зовут Гульжан, я врач по специальности. На сегодняшний день я пью LF8 месяц, где-то 20 дней. Вот. Первый результат именно от витилиго у меня уже уходит. Вот, можете смотреть. Витилиго за месяц 20 дней. Короче, результаты 1-2 миллиметра каждой болячки, короче, вот этих уходит. Вот смотрите, у меня в центре появились черные пятна. За 1,5 месяца, получается. Если я дольше буду пить, я надеюсь, что все вот эти витилиги проходят. Особенно у меня результаты на животе, коже. Очень хороший результат. А на руках медленно уходит. Вот. Привет из солнечной Калмыкии. Я Бурулу Ледихичевна. Мне 61 год. Витилиго у меня почти 20 лет. Стала принимать, встретила продукцию Еле-8, стала принимать ее. Принимаю продукцию с июня 2018 года. Результаты ошеломляющие. Витилиго исчезла. Всем рекомендую пить Елев и Акселлер 8. Продукция всем помогает. Меня зовут Ирмар Медоваевич, Юров. Мне 54 года. 54 года. Вы, я знаю, пользуетесь продукцией LF8. Совершенно верно. И у вас очень хороший результат по витилиго. Да, да, да. Хочу вас спросить, за какой срок вы получили такой результат? Так, я, в общем, принимал 3,5 месяца.
И результат у меня получился уже с 5 месяца. На 6 месяце вот это. На 6 месяце, да. То есть у вас еще и на руках? На руках лиза, чуть-чуть, да? Есть. Вот. Покажите. А вот у вас чуть немножко уже проходит. Ну, на руках чуть это, да? Немножко уже есть, да? А у вас, вы какие-то препараты, лекарства не принимали? Нет, только или 8. Вообще не принимали, нет, да? Нет. Вы начали сразу с целой капсулы пить, да? Так, когда первый раз я принимал, уже по 2 капсулы. В день от 2 капсулы? Да, да, да. Утром один и вечером один. Вы не знали, что можно только, да, утром? Или... Да, да, я не знал. А, вы не знали, но да? Таких... Но так нельзя принимать, потому что, ну, как бы, у всех организм разный, поэтому лучше с одной капсулы, как вот рекомендует компания, принимать. Угу. Это будет очень важно. Вы болеете сами в лиге сколько времени? С апреля. Это... С апреля того года. 2017 года. С апреля 2017 года. Да. А, я теперь понимаю, почему у вас быстрый результат, да? Ну, три месяца, потому что у вас, ну, как бы, это раннее заболевание. Просто я к чему говорю? У нас многие люди, которые болеют витилиго, они хотят тоже получить результат, ну, быстро, за 3 месяца, вот так вот. Но если люди болеют годами, да, там, допустим, 5 лет, 10 лет, то за 3 месяца это как бы нереально, да, получить? Я думаю, знаете, нужно необходимо терпение. Терпение. Терпение необходимо. Вот эта витилиго, он быстро не проходит. Она. Угу. Потихоньку, постепенно так проходит, да. То есть нужно терпение, терпение и вера. Год, все. Два пить совершенно непрерывно, и все равно будет результат, да? Да, 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 конечно. Угу. Вы воду пьете, пили, пьете, да? Вообще-то, так, вначале там 1,5 литра было, потом 2, аж 3,5 пью даже. То есть вы заметили, что вы стали больше воды пить, конечно, и эффект быстрее пошел, да? Да, 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 да. Угу, да. Отлично, отлично. Спасибо вам большое за такие ответы, потому что очень-очень рада вашим... Можно я пожму вам руку? Очень рада вашим результатам, потому что на самом деле многие люди спрашивают, что неужели ЛФ-8 и такой диагноз? Поэтому вам крепкого здоровья, чтобы у вас на руках вся витилиго полностью...